Михаил Петрович Мудрик. Украинский футболист, полузащитник английского клуба Челси и сборной Украины. Родился 5 января 2001-го. Секунду, это... Он меня старше, то есть у меня еще есть время заиграть в Челси, пацаны. Скоро ждите Тимура сбор. Ладно. Карьера за Мудрика. Это будет эпично, это будет интересно. Ставьте лайк, если хотите продолжение карьеры за Мудрика, мать твою. Поддержите этого молодого пацана, поддержите карьерку за него. FIFA Mobile — это редкость, это исключение из правил. Это не паки, это не шпримбл, это не вообще ничто, не похожее, вообще сказка какая-то. Поэтому с вас лайк, подписка на канал. Принимайте участие в розыгрыше на звездный абонемент. Для этого нужно поставить лайк, подписаться на канал, колокольчик там, телеграм, все дела. В телеге добивайте 600 подписчиков, кстати, погнали. Уже в игре звездный абонемент СКК, который вы можете приобрести у меня с гарантией от бана по низким ценам. Также, если хотите улучшенный абонемент, любое абсолютно количество FIFA Points вы также можете приобрести у меня. И к этому всему ограниченное предложение, пацаны, вот этот набор, это что-то с чем-то, советую всем открывать. 15 тысяч FIFA Points плюс 107 игрок, здесь падали пацанам и 112, и Мальдини падали. Мне лично Месси падал, мне падал отсюда 109 Кэмпл. Если вы хотите приобрести звездные абонементы, FIFA Points, ограниченные предложения, предложения с БМП и так далее, пишите мне в личные сообщения, ссылочка на которые в описании. Все быстро, четко, с гарантией 100% от бана и по низким ценам. Посетила мою светлую голову идея сделать карьерку в FIFA. Я выписал правила, пацаны, они могут видоизменяться, вы можете писать их в комментариях и помогать мне делать из этой рубрики что-то большее. Останавливаться на одном игроке, либо на одном клубе мы не будем, будем развивать эту тему, если вам, конечно же, зайдет, давайте наберем 10 тысяч просмотров хотя бы, и это будет продолжаться из выпуска в выпуск. Смотрим правила. Мы берем карточку Мудрика, давайте прямо сейчас ее найдем на рынке. Вот, пацаны, такую карточку, если она будет улучшаться, мы будем приобретать новую, но пока что версия у нас только такая, и он есть на рынке, поэтому покупаем его с молниеносной скоростью. Добро пожаловать, ранги, усиление навыков, все ему можно, но пока что давайте просто купим. Готово, уже неплохо, согласитесь. Дальше мы подберем под него, ну, первоначальный состав. Я думаю, мы возьмем обычные элитные карточки из Челси и из Украины. Я думаю, вы согласитесь, что такой состав будет норм. И в чем будет суть? Мы будем прокачивать нашего Мудрика и прокачивать наш состав параллельно ему. Для этого мы будем играть 2 матча в ES-атаку и 1 матч в равную игру. Нарезочку я вам покажу с них. Добавлять игроков мы можем так, как и за FIFA Points, так и за монеты. Поэтому одна победа 1000 FIFA Points, либо лям монет. Одно полезное действие от Мудрика 500 FIFA Points, либо 500 тысяч монет. В дальнейшем можете написать в комментариях, что добавить. Как-то тренера придумать, добавить. Тут есть же карьерка у нас, пацаны, за тренера. То есть мы можем там какую-то карьерочку начать. Как-то придумать какие-то инновации в эту рубрику. Я думаю, много разговариваем. Давайте отправляемся покупать первый состав наш из элитных игроков. Сначала давайте украинцев посмотрим, каких-то недорогих, просто закинуть состав для первоначального игры в ES-атаку, в равную игру, чтобы нам, ну, не вообще прям супер тяжело было с бронзой, потому что, ну, я в каких-то-то рейтингах уже состою, а что-то такое попроще, по низкорейтинговой. Можем взять Шеву, кстати говоря, было бы неплохо, но у нас есть вот карточки, я думаю, идеально подходящие под нашу рубрику. ЦП возьмем Малиновский. Реально, давайте Шеву на Напа возьмем, чисто поугарать. Мы Коленко 76, но тоже возьмем в команду, потому что, ну, знаковые украинцы, они должны быть в составе по-любому. Теперь смотрим игрочков из Челси, абсолютно любых. Затем мы, конечно же, их будем увеличивать, улучшать. Но сейчас нам нужны самые обычные парни. 80-90 овер. Любых возьмем, вообще абсолютно любых. Даже можем кумирчиков набрать на самом деле. Тиаго Сильва шикарно подходит. 160 тысяч монет стоит, отлично. Жоржиньо, добро пожаловать в команду. Хоть ты уже не играешь, по-моему, в Челси, но ничего страшного. Кай Хаверц по-любому отправляется в состав под Мудрика. Классно. Я бы еще этого Кукурелу взял бы. Вот, парнишечка, иди к нам. Ты, конечно же, будешь в составе стоять 100%. На любой позиции, мне все равно. Мендишечка 86, добро пожаловать. Вот такого парня даже я бы взял, но, к сожалению, его нету на трансферном рынке, потому что он недавно вышел в героях, и было бы прикольно поиметь его в состав. Так, и что мы имеем? Давайте заберем всех игроков. Вот такое вот пока что у нас получается. Еще Джеймса ждем и Андрея Шевченко. Его на рынке, к сожалению, уже нету. Давайте собирать нашу команду. Назовем ее, наверное, просто в честь Мудрика. Мудрук даже. Вот так вот он правильно называется. Не помню, какой его номер, поэтому не важно. И давайте теперь меняем наших игрочков. Ставим схему обычную 4-3-3, атакующую. И ставим сразу же на ЛВшника нашего главного кандидата. Мудрик, за тебя будет карьера.
Так, ну что, вот такой вот состав у нас будет первым, поэтому, я думаю, не стоит медлить. Отправляемся играть в VS-атаку и в равную игру. Смотрим, что из этого получится, сколько мы сможем заработать. VS-атака у меня мировой класс 3, равная игра любитель 2. Я думаю, нормально, можно будет что-то показать. Поехали, играю на компе. Карьерка началась. Мне здесь реально нужно потеть, мне нужно делать голевые действия за Мудрика. Не знаю, наверное, в равной игре мы именно будем считать его голевые действия за инфопоинты и за монеты, а в VS-атаке мы считаем только победу либо поражение, потому что здесь реально можно наклепать очень много за Мудрика. Хотя, как для первого выпуска, можно было и здесь оставить. Кстати, а почему против нас ужасный состав просто? Я же играю в обычную VS-атаку и немножечко не понял этого, но первый уже момент, Мудрик, передача, и мы забиваем первый же гол, отлично. Кстати говоря, реально, мы можем хоть миллион голов забивать здесь, но главное это победа. 2-1, уже Шева делает ветер. Мудрик, а ну с дальней ножки. Ой, хорошо, ой, мой сладенький. Я, кстати говоря, в VS-атаку и в равную игру буду играть первый раз на запись, пацаны, поэтому не обессудьте. 4-1 выиграл, на самом деле слишком легко. Я не знаю, почему такой соперник попался не очень сильный, потому что я ж не в событии играю вроде в VS-атаку, а в самой VS-атаке. И почему из-за того, что состав поменял, он меньше стал, но неважно. Опа-на! А что это, Мудрик было только что? Кукурелла. Баночка залетает. Еще один отличный момент для Мудрика. Не, ну здесь слишком легко. Я думал, хорошего соперника дадут какого-то, чтобы я перешел на нормальную перестрелку. А здесь получается изи. Но тем и хорошо, пацаны. Первый уже бустик будет к нам в команду. Первый 500 фапоинт. Даже не 500, а 1000 фапоинт, либо 1000 миллион монет. Мы будем выбирать, наверное, на первый выпуск. Я, конечно же, все сделаю в монеты, потому что мы просто приобретем чуть получше игроков себе в команду. А уже после будем, конечно же, брать из паков игроков в основном, потому что давайте сделаем так, монеты я могу тратить только на игроков Челси, либо Украины. Первая победа, мы записываем на счет нашей команды уже первый лямчик монет, и сегодня мы его, конечно же, используем. Я не знаю, почему мне дало такого прям супер слабого соперника, ведь я в мировом классе 3, давайте играть еще раз. Я должен сразу понимать, я хочу подготовиться к равной игре. Кстати говоря, вот, нормальный соперник. Сейчас будет потно, сейчас будем стараться. Да, мне уже момент дали с центра поля, понятно. Вот это я понимаю, состав у соперника уже. Здесь, конечно, 117 против 97-го. Будем выжимать по максимуму. Возможно, я первый раз нажал случайно в игру без рейтинга, но неважно. Шева, передача на Мудрика. И Мудрик, нужно решать первый же свой момент в серьезном футболе, но почему-то такой слабый удар. Дальше идем. А что у тебя за финт, брат? 360, второй момент. Ну, вот как и в Челси, как и у меня сейчас в клубе, он будет портить каждый момент впервой. Потому что нужно сыграться, нужно понять, что происходит вообще на этом поле. И как бы тяжело на самом деле играть, когда против тебя рейтинг 115-117, а у тебя 90. Приходится все моменты выбивать. Давай, Браколидзе. Делай на финте. Ай-яй-яй, хотел красиво уйти, но немножечко не получилось. Много моментов дают за Мудрика, но тяжеловато, понимаете, думаю, да? Вот, это идеальный шанс первый гол оформить за Мудрика, хорошо. Вот это я понимаю уже, здорово. А вот Хаверт в разрезик и в одну косашку Мудрик. Одну руку ловит, братан, ну, как так? Еще один момент за Мудрика. А как-то мудреный финт. Опа! Опа, хорошо, на 5 звезд прошел, но, к сожалению, не получилось. Мы проигрываем в разрезик. Мудрик, выбрать, пожалуйста. Да, проигрываем 9-1, но я хотя бы немножечко чувствую игрочков сейчас, понимаю, кто как двигается, и мы в дальнейшем сможем, я думаю, хоть что-то показать, потому что сейчас, ну, вы понимаете, что это не очень просто. Хотя первый миллион монет у нас уже есть, и команду мы можем поднять по ОРу. А просто пробежать его одну косашку, хорошо. Кстати говоря, мне кажется, можно пока засчитывать голевые действия его тоже по 500 фапоинтс. То есть мы уже сейчас 1000 добавили, а вот если сейчас забьет Кукурелла, мне не дают этого сделать. Понятно. Да, второе у нас идет поражение, но миллион монет у нас есть, и мы будем переноситься в равную игру. Но перед этим, конечно же, улучшим наш состав. Кто у нас отстает? Я думаю, можно поменять сразу же Миколенко и Малиновского на каких-то украинцев уже, но поболее серьезней. Бюджет у нас 1 миллион монет, пацаны. Я даже не знаю, кого можно приобрести за эту цену, но сейчас посмотрим. Можно, блин, было бы Миколенко купить, ЛЗшника 89-я, шикарная карточка, но мне не хватает, точнее, мне хватает на него монет. Его нету на рынке, это очень прискорбно на самом деле. Миллион монет стоит пятов, у нас на воротах, конечно же, похуже карточка, и больше из таких прям интересных пар пацанов мы не можем никого приобрести, хотя Ракицкий есть. Вот, 180 тысяч, давайте приобретем Ракицкого. Это 190к, и поменяем его вместо нашего Миколенко, я думаю, в принципе, норм будет. Ибо, я так понимаю, ну, защитка у нас пока что хромает очень сильно. Давайте, плюс овер, я думаю, нормально, 76 на 88, здесь ничего не поменялось у нас.
по сыгранности, я думаю, ничего тоже мы тут не сделаем. Остается у нас 720 тысяч монет, поэтому давайте отправляться в равную игру. Это будет уже поинтереснее, там у нас будет равный соперник, скорее всего. Ибо вы понимаете, что тут любитель 2 всего лишь. И можем сейчас набить хороший задел на траты. У нас на балансе сейчас 720 тысяч монет. То есть это можем делать трансферы, подписывать игроков и вот этим вот всем заниматься, как в обычной карьере. Мы уже подписали нормального паренька одного, Ракитского. В дальнейшем, думаю, что-то посерьезнее уже, конечно, приобретать. Монетки надо наращивать, нужно делать темп. Вот наш легендарный состав, пацаны, назовем его Браколидзе. И против нас, блин, 96-62, кстати говоря, вот равный соперник. В равную игру, пацаны, в этом сезоне ни разу еще не играл, поэтому сейчас будет первый раз. Сразу ставим атакующую, и нам нужно реально потеть, чтобы победить. Пишите, пацаны, лайфхаки в комментариях, как я могу играть под Мудрика. Шева, а ну, Мудрик, сделай ветер. Потому что там, как лучше под него играть, пробегать по бровке и навешивать на там какого-то высокого взять форварда, либо мне выпадет спака в следующем выпуске, либо что мне делать. Он, по-моему, у него оборона стояла на автоотборе, тоже скажите мне по этим еще лайфхакам, как отбирать лучшие передачи, как отбирать лучший мяч в этой равной игре, потому что я вообще в ней профан. И вот можно закинуть хорошо на Шевченко, и Шевченко выход 1-1, даже 2-1, можно красивенько разыграть через пасик, Кукурелла, в апотекеу, пацаны, 1-0, хороший гол. Кстати, знаете, у него сейчас прическа вот эта, как мемы в ТикТоке, там, где «Hey mama, don't worry me». Хорошо, нормально идем. Один гол у нас уже есть. Это, к сожалению, от Мудрика ничего здесь не было. Но к победе мы приближаемся. Давайте поставим баланс и будем пробовать делать отбор. Я не знаю, лучше оставлять на автоотбор, либо как его делать. И туда опять можно закинуть. Такой же гол. И есть, бежит Мудрик. Можно на Мудрика дать. И Мудрик в одно касание. Блин, я думал, Мудрик забил. Он, кстати, делает сейчас подачу, а можно как-то попробовать, и забить с подачи, это тоже будет считаться, но, к сожалению, нет. Мой соперник что-то разогнался, но у нас в защитке-то Джеймс есть и Ракитский, пацаны, поэтому должно быть все нормально. Ракитский отыгрывает! Ой, хорошо Мэнди словил, пацаны, это было напряженно прямо сейчас. Я надеялся, что мне поможет кто-то серьезный, но помог мне Мэнди. Так, Кукурелла может побежать по флангу. Я не знаю, кстати говоря, почему такое плохое качество игроков. Но мы просто бежим. На пейсе, пацаны. И вот сюда вот. Хорошую. Туда его. Шевченко. На скорость убегай. Прими мяч, братан. Что-нибудь сделай. И тут Джеймс с левой ножки. 2-0. Мы выиграем. К сожалению, нету ни одного полезного действия от Мудрика. Но стрелу эту мы туда запускаем. Амура в какую-то болельщицу, да, красивенькую запустил Джеймс. Вапатикеу. Но к 1000 фапоинт, либо к 1 000 000 монет, опять же, мы приближаемся. Победа есть победа, любая, кто бы ни забивал. Качать Мудрика мы будем, наверное, по оверу. Когда будет скакать овер полностью нашей команды, мы сможем прибавить что-то Мудрику, чтобы он тоже не отставал, он будет 98, а затем 99, и так до 103 дойти. А дайте пробежать же, РФ не дал, пацаны, 2-0, первый тайм, в принципе, неплохо. Показала себя команда, играть можно, поэтому будем продвигаться потихоньку. Второй тайм должен у нас быть за нами тоже, потому что проигрывать нельзя. Абсолютно нельзя, очень нужны монеты, очень нужно выигрывать каждый матч. Ракитский, блин, отбарывает все, что движется. Ой, хорошая передача, туда еще дальше, на Мудрика, дайте на Мудрика. Здорово, Мудрик открылся, забегает. Здесь надо как-то расшатать на финтах. Оп, оп, и в дальний. Хорошо, Мудрик делает ветер, пацаны. Это на мувике только что было. Это было только что на мувике. Король. Белые волосы мы тут сделали, прикольно. Гляньте, обошел туда его и в дальний. Неплохо, пацаны. 1500 фапоинт можем заработать за этот матч. Один всего лишь матч, а сколько всего можем заработать? Там соперник, наверное, в шоке. Вроде овер одинаковый, а против какого-то киберспортсмена попался. Тимур Разборс Андреевич. Мудрик здорово в отборе, передачка. И туда его, Кукуреллу этого запустить. Кукарачу. А ну, бежи. Добежал. Шевченко, Джеймс, отбери мяч, сделай хорошее дело, отбери мяч, пожалуйста, нельзя пропускать ни одного гола, мы должны играть в сухую. Ой, как плохо, мяч отпустил, ничего страшного. Малиновский, что ты тут делаешь, у тебя овер очень маленький. Кукуреллу запустить, и Малиновского, туда его, у него маленький рейтинг, но большой характер, большая душа, большой пенсил. Малиновский делает счет 4-0, это уже разгром, я не знаю, есть ли тут рейдж квит или нет, но Малиновский 82 рейтинг. Бежит и забивает 101-м ОРом пацанов. Кстати, у меня усилки просто прокачаны нормально, поэтому команда настолько нормально держится.
Блин, неплохо, пацаны, для первого ролика абсолютно неплохо. А Мудрик сможет ли пройти всех в одиночку? Сделал два финта и бежит, ой, как здорово! И туда его, в дальний угол, сделай ветер! Как можно было промазать? Как можно было промазать? Ты все сделал в моменте, и 360, и ноускоп, и вообще, баба-тикел. Надо было забивать, это были бы еще FIFA поинты к нам в команду. Так, надо как-то на Мудрика выдать. Ага, пока выдавал, у меня мяч забрали. Так, ну в принципе, пацаны, очень даже неплохо. Я надеюсь, вам нравится контент с геймплеем, потому что это очень редко для меня, для моего канала вообще это редкость, для всей FIFA Mobile. Но я буду стараться как-то делать его интересно, именно выпуски с карьеркой. Мне нужна только ваша поддержка, лайк под видео, коммент какой-то, где вы напишите, что все здорово. Мудрик, надо забрать. Паренек уже понимает, что он проиграл, но нам нужно забрать в подкате. 4-0, пацаны, есть. 500 фапоин за полезное действие Мудрика, могло быть больше, и 1000 за то, что мы выиграли. Давайте, у нас сейчас бюджет получается 720 плюс 500 тысяч мы можем добавить, и на следующий выпуск уже 1000 фапоин будет. Предлагаю это все оставить на следующий выпуск. Если вам понравится, то мы в следующем выпуске открываем набор за 1000 фапоинс и тратим чуть больше миллиона монет. Я думаю, поставим все-таки нормального ЦПшника, хотя Малиновский показал себя здорово, Кукурелла тоже неплох, Шева подводит, вот Шеву надо бы поменять, потому что вообще его не видно, как-то тяжело ему. Остальные карточки в принципе не устраивают, Джеймс класс, Ракитский вообще легенда, Мэнди что створил, и Мудрик, пацаны, конечно же, это просто жесть, карьерка, первый выпуск подошел к концу, обязательно ставьте лайк, если вам понравился, не забывайте, что у меня есть магазин по продаже звездных абонементов, FIFA Points и любого ограниченного предложения с Мбаппе, либо 15 тысяч FIFA Points плюс 107 Тоти игрок. Ссылочки на меня в описании. С вами был Сборец. Всем удачи. Пока.